В два раза больше наград вручат победителям на «Духе огня». В Ханты-Мансийске состоится сразу два международных фестиваля кинематографических дебютов. 19-й, который отменили из-за пандемии коронавируса, и юбилейный 20-й. Об этом на пресс-конференции сегодня сообщила губернатор Югры Наталья Комарова. Она отметила, что проведение сразу двух кинофестивалей проводится впервые в истории «Духа огня». Свои работы для участия в конкурсе прислали авторы из 30 стран мира. В качестве почетного гостя «Дух огня» посетит известные режиссеры и музыканты Мир Кустурица. На церемонии открытия он даст свой концерт. В памяти президента фестиваля кинорежиссера Сергея Соловьева посвятят интерактивное медиапространство. Сергей Александрович успел подготовить 19-й фестиваль. Это стало его последней работой, которую обязательно воплотят в жизнь. Сохранилось и мало было показано его три больших блока его фильмов о себе, где он рассказывает о своем детстве. Они увлекательные. Он блестящий рассказчик, остроумный. И это чистая радость. Поэтому эти три фильма, плюс его мастер-класс, который мало где шел, мы просто склеим в кольцо. И в этом медиапространстве они будут идти в течение дня.